Всем привет! Сегодня у нас пятница, 20 какое-то апреля, нет, мая. Я потерялась в числах. И я уже давно проснулась, время у нас 3:30, я уже была в лесу, ко мне приехала подружка. Так, тут, по-моему, громко машинка звучит. И мы сейчас поедем, погуляем и все такое. Так что предлагаю поехать с нами. Мой аутфит. Джинсы на высокой талии с дырками. Такие немножко бойфренды. Мои кеды новые. Красная любимая мальчика и темно-синяя кожаная куртка. И все. Ты что застряла? Купили мороженое. Я взяла кокос и йогурт клубника. Я была уверена, что не возьму мороженое, так как я на диете, но все-таки я не смогла, не выдержала. Вот такой вот нашла overall, или как он там, jumpsuit. Черненький, очень приятный материал, в Заре я. И вот такие вот сандалики. По-моему, прикольно выглядит. Так что я, наверное, возьму. Также вот эту я мерила, но брать не буду. И возьму, наверное, вот эту. Простая маечка, но впереди вот эти вот висюльки. Очень я люблю висюльки. Мне нравятся. Я нашла себе шляпку. Прикольно, да? Я думаю, такую возьму от солнца, чтобы SPF-ом не мазаться. Как раз такая солнцезащита. Так, мы в H&M Home. Прикольная такая. Вот не хочешь под нос? Табло не хочешь? О, вот это красиво. Мне нравится розовый гольф. Знаешь, я хочу какие-то подсвечники себе. А то у меня пусто так. Такое что-то примерно. Я уже в Заре закупила. И еще в Маке побыла. Но там я купила только кисть, но она очень классная. Мне в H&M Home мне вообще не нравится. Мы только что были в Zara Home. Там реально красивые вещи. А тут какая-то фигня. Вот, что это такое? Мы ищем комбинезон джинсовый с шортами. Ну, я ищу. И не шортами, а со штанами. В Заре один померила, но там попа такая квадратная. Ой, голова закружилась. Как-то странным образом мы оказались на третьем этаже. Нам нужно на второй. Не могу найти комбез. Я приехала на море. За окном океан.
шучу. Шучу. Было бы неплохо. Прикольно у них тут оформление. В Холлистер мы зашли. Это нереально вкусно. Очень простое заведение. Но тут готовят прям на огне. Вот этот хлеб пропитан прям дымом. Ужасно вкусный салат. И вот это вот измельченные помидоры с луком, с перцем, с чили. Они такие вкусные вместе с этим хлебом. Просто бомба. Сейчас нам еще принесут мясо. Принесли. У меня я взяла курочку, ляжку без косточки. Моя подружка взяла эти баранину, бараньи ребрышки. О, боже, это очень вкусно. Я всем советую. Это ты сказала немного, Юля? Это было на двоих такое. Ну, это немного, там же мясо немного. А, моя мама их брала, они вкусные. Там же мясо немного на косточку. Хочешь мое еще попробовать? Просто как шмек. Ну, можно. Ну, ты тоже мое возьми. Пойдем. Ах, горячая. Я думала, там прям ножки. Ты ножки. Ты говорила куриные. Это ножки? Без кости. Мы дома. Поели очень-очень вкусно. Вот это вот кирочка. Там грильное мясо прям на костре, то, что я вам показала, это реально. Я, правда, после этого всегда выхожу с ресторана, мне нужно расстегивать пуговицу на штанах, потому что я объедаюсь нереально, я не могу там и от хлеба отказаться, потому что он такой вкусный, прям теплый, на огне вот это все пропитывается, я не могу. Кирочку вы еще не видели в сегодняшнем влоге? Ну, я только что с ней погуляла я. Так, что я купила? Сейчас я вам покажу. Так, купила кисть от MAC из их новой коллекции. Будь здорова. Сейчас я открою. Та-дам! Вот такая вот кисточка. Очень мягкая. Классно так набитая. И ей очень хорошо... Ей очень хорошо вот именно делать контур. Но она не такая прям узкая, да? Не вот такая, чтобы чисто такая линия была. А как раз нормально. Кисточка, которой я сейчас все это делаю, все дела, она у меня уже полезла, потому что я ей прям каждый день тут бронзирую все, скульптурирую. Это и как раз очень удобно вот здесь пройтись, здесь нос. Классная кисточка. Вот, не знаю, насколько вот эта фигня у них прикольна. Мне кажется, просто черное было бы лучше. Я, правда, ей еще не пользовалась, понятное дело, я ее только купила. Но мне кажется, она должна быть классной. Так, дальше я взяла в Заре то, что вы видели. Но так вы не увидите, я, наверное, вам потом в покупках покажу с примеркой. Да, так будет непонятно. В общем, такой большой комбинезон. Джампсут, или как они там называются. Черный просто. Приятный такой материал, как раз на лето будет. Вот эту вот кофточку тоже я в магазине, по-моему, это показала. Тут плохо видно. Все черное взяла. Так. И вот такие вот сандали. Кстати, классно подходит к этому комбезу. Джинсовый комбез я так и не нашла. Не знаю, что делать. Ну, посмотрим, может, посмотрю еще в других магазинах. Похожу, поищу. У меня просто уже не было силы, они уже закрывались, и мы хотели кушать, поэтому прошли не все. Ну, вот такие прикольно смотрятся, так элегантно на ножке. Так что да,
Ну все, больше ничего не брала. Сейчас мы с моей подружкой дома, я ей поеду ночью отвозить в аэропорт, она улетает. Время у нас уже 10 вечера, поэтому мы включим какой-нибудь фильмец, поболтаем и будем ложиться спать, так как нам вставать в 4, 4:30, в 4 утра. Вот так вот. Всем пока!